Еще раз, что говоришь? Ты в чат говори, который транспортный, нихуя так не слышно. Что говоришь, что? Говорю, взлети. Говорю повыше, взлети, потому что, блядь, съебанулся стингер, пизда. Бля, нужен на матрак нам, бля, пизда. Что за техника ПВ-720 Мора? Не знаю, где это. Это походу гусеничный наш катается. Бля, ну это боевой вообще охуенный, нам матрак отжать и вообще можно, блядь, гнуть нахуй. Нам чтобы... Что? Слыша? Это, ребят, слышите? Тихо. Я вспомнил, короче, на аэродроме в первом ангаре там ящик лежал, короче, с боекомплектом. Не знаю, если его никто не подобрал, нужно... На матрак, короче, не спали. Блядь, так у меня ящик, по-моему, есть. У меня два ящика с боекомплектом. Давай посадим. Улети куда-нибудь на северную. Если есть, так давай посадим до заправки. Сейчас. Ой, ебать, в штопор вхожу. Тише. скорость 340. Давай на остров. Где остров? А? Давай. Прямо лети, куда ты уходишь? Прямо остров. Слушай, лети, может, на тот остров, который... Туда лети, да. Да. Игорь, аккуратней, блядь. Ну да, все нормально. Точно нормально? Угу. Ну, ты разогнался, здесь где-нибудь давай. Нет, сейчас. Ебать того рот. Аккуратнее закладывай нахуй.
Бля, вот если бы меня в армии видели, вот что я вот так сажаю вертолет, мне пизды по ебальнику дали, блядь, с ноги, блядь. Вот видишь, в чем разница, блядь. Там пацанчики с такой скоростью сажают его нахуй. Он летит 300, блядь. Один вираж, и он такой уже вот так вот, прям вот так вот на землю. Да, бля, сильно прыгнул. Я починю. А, не чинит нихуя. Так, а не заряжает парни, бля. Скинь, бля, может ты не умеешь. Я заряжаю. Сейчас два загружу сразу. А мы можем одновременно? Хуй знает. Такой постреленный у нас. Скажи ему, что это, где он там? Скажи. Прыгни! Блядь, на стрелка прыгнем, чтобы понимать, сколько, что там. Все. Заряжаю еще. А, нет. 4 только показывает. Аборт дальше не дает заряжать. Есть 4 и 2 только. Так, парни, смотрите. А куда я могу сбросить? Что ты можешь сбросить? Ну вот этот вот хуйню все. Сейчас я выложу кому-то из вас. Иди возьми. Взял? Слышишь, что делаешь-то, брат? Вон ящик лежит. Да охуел, кто говорит, ты, блядь, все подбежали к этому ящику. Я его начал лутать, ты ебать, че, охуел? Где? А, вот. Хули меня сейчас твой друг-то сидит, лутает, ебать. Вот пидорасы оконченные. Блядь, аборт этот. Не-не-не, я зарядил, все, у него 4 ракеты, блядь, 750 на пулемете на моем. И у пулеметчика, соответственно. Все, понял. Просто когда у нас кончится, мы сядем еще раз дозаправимся. Сейчас можно ждать аматрака пока и накрывать магазины или базы. Как они заебали плакать там, а? Куда, на магаз или вон на этот? Аэркрафт, и чё? Да не знаю, решайте сами, ребят. Пойдем на магазин, закинемся. Что такое? Ты меня одного сейчас пикает? Да. Не-не. Да, заткнись, помог, не пищи. Че, жопу долгий. Да это у меня мой пикает, наверное. Чё тут, чё-то... Твоя, да. Наши хуяли, что ли, там где ФВХа. Вот прямо летим, наши там мертвые лежат. Можно по ним пройтись, только нашего не сбей. ФВшку. Выше бери. Не, не стреляй лучше. Где он? Район Станово, Старый Собор, ребят, поехали. Старый. Окей.
Сейчас я своим скажу, чтобы они приготовили там зачистки. Они едут туда, сейчас зачистят. У тебя сколько с тобой там играет? Со мной двое. Чё, может объединиться в одну пати тогда как-то? Да-да, чё? Плюс считай, мы Хаммер с АГСом бросили, можно было пацанам дать там или ещё как-то. Ща я тебе скажу, подожди. Сейчас мы свою расформируем тогда, Паскор. Пусть нам кидают пати. Блять, думаю, что такое нахуй, светло, блять. День уже, я в ПНВ летаю. Не могу отключить, сука, сидел в вертолете. ПНВ? Ага. Сейчас говорят, зачистят там от рак и сейчас кинут. О, отключил. Что-то там веселое. Ваша машина как-то едет. Тут наши уже. Шумахер не с тобой? Не с тобой. Со мной. Чуть-чуть повыше подними и никуда не видно. Говорят, можем забирать кетчером от рак. Цепляем и валим. Игорёк, знаешь, как прицепить? Mm-mm. Я тоже. Как цепануть его? Не в курсе вообще. Сейчас, спускайся. Спускайся к этому. К нему. Смотри, короче, спускаешься над ним, и там появится у тебя круче с этим роликом, стрелкой, да. У тебя появится там такая, типа, та, ну, присоединить. Понял? Угу. Сейчас будет. Скажу, что будет мир. Блядь, ты как закладываешь-то, ёпта? Ты въебался? Сука! Ааа, блядь! Пизда, нахуй. Вот днище, блядь. Ой, да днище, ёбаное, блядь. Эмотрак, бля, пойду курить. Мудила, блядь, заложил своих пацанов, нахуй. Выбежал, толки девка, да? Забор, всё прячется, или в кустах. За заборчиком посмотрите, маленький сидел от магазина. О, блядь, сори. Стоп кинул патинам. Это ваншот, слышишь, там мало типа не видно. Не-а. Ну, бля, вас вообще не видно. Вас поднялось, я не могу видеть. Солдер, 100 метров, че он поднял нас? Ну, нас поднял, а свой труп не может найти. Это, блядь. Давай попробуем, а что из оружия там?
Вот это я пропахал, блядь. Надо оружие сначала нормально. Я вот не знаю, ну ладно, оружие понятно. А вот это шмот может кто-нибудь выпить. Допустим, залп стал там, не знаю, броник, блядь. Ну, насчет шмотов я не знаю. Шмот насчет шмотов. Ну, а что попробовать тоже? Не, так, я слышал, ну что мы все бабки спиздил? Ну вот тоже так, ну, точно можешь, так же, как можно. Бля, слышь, парни, ремка этот, БК, блядь, в воздухе висит. Хуй на него. Ой, я нашел свой. Так, а что надо убрать? Радио, да? Да? Что? Скажи что-нибудь в этот голос, там, в игре. Что, да? Вертушку-то разобрал. А, все, все. А скоро бабки были у тебя? Бабки были, да, я заранее брал. Да хуй знает, там может тысяча будет куплена. Да, сток, давай тебе скину. Что-нибудь купишь сейчас хотя бы. Да, сейчас найдем. Да. Так, давай попробуем. Что у тебя за стол? У тебя... Тут как раз на лут. Ты прямой. Блять, мы это. О, заряды для РПГ оставили. Тип там бежит твою слева. Ёбаный урод. Торможу, что, торможу за камнем. Забрали они беттер, блин. Да. Тормозни вот. Все взлетает. Сука, взлетает. Ой, там чертей много. Че, работаем, нет? Не, ну ама. Да хуй знает. Я не вижу ничего, я забыл. Вертолету винт выбейте, чтобы не улетел. Колесо, колесо, тачка, отъебите! Все. Все, он, да, мне кажется, он уже не улетит. Все, а он, видишь, он ползает по этому. Еще один бежит там. Тачки, колесо, отъебите! Не, уходит. А, не, улетел, зараза. Да, блядь, только что мы прохуяри. Давай тачку подо... Одного взял. 500 метров. Сейчас поднимет, сука. Держи, парни, пошли, блядь, остальные. Один держит, остальные пошли, колесо, блядь. Колесо отъебал. Поднял, наверное, его. Сток, давай, идем. Не-не-не. Там два мешка стоит, вообще-то там, может, уже трупы они. Там их сколько. Не-не-не, бегает один, вижу, есть один, 100%. Давай, держи, мы со стоком заходим по бокам с флангов, вы держите по центру. Если что, на подавление просто ебашьте. КамАЗ едет. Откуда? Сука, сейчас БРПГ слева. Он сейчас подъедет, идем мимо. А не, к ним, ну, а не, мимо. Рядом, нет, мимо. К ним. Блять, поле пиздец. Бежит к КамАЗу, сука. Пытаюсь колесо отъебать на КамАЗе. Нет, тоже. Есть, отъебал колесо. Отъебали колесо за это. Уходят дальше. Бля, меня гпшит. Готов, Фадей, убил одного. Ебал одного. Один убежал. Чего за машину ходит? ГПшец? Да, ГПш жестко, пидор. Чего вы берете? Блин, за хаммером еще один есть.
Да, сидит за колесом. Бля, столько захуярили, да? Блядь, Трахим, уебанская пушка, блядь, трахит какой-то, блядь. Нормально, тебе. Есть, есть, ранил. Держи его, поехал, я стопу попробую поднять. Да походу уебали уже всех там. Не-не-не, один под снизу катается. Бля, парни, патронов нет, нихуя, одна обойма. Снизу, за хаммером, чувак. Да-да-да-да, вижу. Не идите, если нас бежит. Пидарас бпшит нас, походу. От ГП шел хаммер, сука. Вы вверх, да, сейчас забираете? Бля, ебать, ГП шит. Воюем, хаммер. Бля, пизда, ГП шит. Бля, он заебал на. Убейте его, блядь. Но. ГПшит хаммер, петух. Вали его, блядь. Есть. У нас снайпер еще есть тут их. Не, АЕК неплохой, кстати, автомат. Снайпер идет, ребят, снайпер идет. Возле синего грузовика за этим поле лежит. За синим грузовиком чуть дальше. Под обстрелом. Вижу, вижу. Тут. За стогом, да. Да-да-да. Нихуя они тут, блядь, лютые пидорасы, блядь. Тише, тише. Так, его походу уебали, не? Все. Все, убил, уебал. Блять, откуда они? Да все, я его ебну. Красавчик, красавчик, четко. Оказывается, сток сена простреливается, блядь, даже с такого расстояния. Че тут кто-нибудь вкусного есть? Да, залуп всякая, блядь. Ну, блядь, я думаю, дохуя. По сторонам смотрим. Блин. Как мы? А разъебали-то их, парни. Вертушку отпустили. Да, жалко. Стингера бы, блядь. РПГ только. И то заряды, блин, забыли к РПГ. Вон летит тачка, вижу. Тачка на полтинник. Откуда азимут? Полтинник. Газик несется в сторону аэро. Наверное, не ихний. Уже на 40. Уже на 40. Ну, знаете, блядь, ничего тут сверхъестественного-то у них и нету, блядь. Ну да. А ожидалось-то по... Да, я думал, будет чуть. На... Здесь на Рахиме есть прицел МРЦО, надо кому-нибудь? Да я знаю, знаю. Я бы хотел в рюкзак его засунуть, он вылез в рюкзак. Ну, давай я сейчас разберу.
На калаш есть патроны у кого? А на калаш, Игорек, посмотри трупак, который под хаммером под ихним лежит. У него потому что калаш. Сток-то забрал Амарцова? Парни, возьмите этот еще, блядь. Я не вижу Рахим, где лежит. Стингер около КамАЗа. Возьмите красного, ну, синего КамАЗа красным. Тут трупак и Стингер. Рахим, пацаны. Кто покажет? Рахим, там патронов не было нихуя, Рахим. Около хаммера ихнего. Хаммере? Около ихнего сгоревшего хаммера. Я потому что взял себе этот ПСОшный калаш. Не, Рахим вот возле трупа, около которого я сижу. Вот в нем был, блядь. Вот он, по-моему, даже лежит. Да, вот Рахим здесь. Нашел. Так, я немножко отойду в эту сторону, меня точно его собрал. Погнали в магаз, прикупим все что-нибудь там. Не, погнали хаммер АГС-овский наш попробуем найти. То у нас а вообще беспонтовый. Че говоришь? Какой магаз, если даже поедем? Сжимать, который поедем, или вон, который будет за Рогового старого собора? Лопатина, поехали, там должен быть хаммер у нас. Поехали, заедем, вон метка стоит АГС у нас, блядь. Мы посмотрим наш хаммер с АГСом, блядь. Если он есть, заебись. Если нет, то поедем вон в тот, который вражеские игроки, блядь. Метка 4 на АГС стоит, да? Нет, прям надпись АГС. Слева от Лопатина, вы, наверное, да. Не видите его. Мы в своей группе создавали метку эту. Ну да, да, да. Так, а ты чё голышом тут катаешься-то? Кто? Вон кто-то в трусах или у меня не отрисовывается? У тебя не отрисовалось, походу. У меня все обмытые. Бля, заебись, приняли этих нубасов. Верт ушел, блядь. Надо отжимать вертуху все равно. Не, надо нам против верт. На верт, который снизу. Но блин. Летать я не умею. Бля, хуёво. Ну попробуй. Попробовать мне стоит. Лучше броня. Броня. По мне лучше хаммер с АГС, а мут это заебись тема. С МК-19, да, вообще нормально, можно накидывать. Вот в этой елке посмотрите. Что там должно быть? Не вариант, да, по-моему? Вот, блядь, похожее прям местоположение как-то так. Валялось дерево, я в него оставил хаммера. Нету, да? Поехали дальше. Прям похоже, пиздец. Может, угнали. Ну там магазин, вот этот, в котором мы едем, там он уже свободен стал. Так что смотрите, может там враги. По близости, хуй знает. На этом ящик, кстати, стоит, там ПСОшка лежит. Ой, бля, я, кстати, эту всю хуйню записываю еще в добавку, нахуй. Так что смотрите себя на ютубе. Матом не ругайтесь, нахуй.